Торговый дом «Фармакс» является официальным представительством ЗАО НПП «Фармакс», предприятием, которое занимается собственной разработкой и выпуском ветеринарной продукции для домашних животных. Сегодня я расскажу вам об одной из самых популярных торговых марок – Омега Нео Плюс. Лакомство Омега Нео Плюс разработано специально для кошек, собак, а также для птиц и грызунов. Лакомство в своем составе содержит до 30% необходимой суточной нормы витаминов и микроэлементов и в первую очередь служит для поощрения, баловства и дрессировки домашних животных. В основе лакомства Омега Нео Плюс лежат сухие пивные дрожжи, которые служат природным источником витаминов группы В, а также являются достаточно привлекательными на вкус для домашних животных. Также в составе всех позиций лакомства содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а также экстракт новозеландского зеленогубого моллюска, который служит природным источником глюкозамина и участвует в правильном построении сустава, уменьшает боль и улучшает подвижность. Ассортиментный ряд представлен 13 позициями, среди которых блестящая шерсть для кошек и собак с биотином, крепкое здоровье с морскими водорослями, веселый малыш для котят и щенков с пребиотиком. У кошек присутствуют позиции для кастрированных животных с L-карнитином, для выведения шерсти из желудка с солодом и мятное настроение с кошачьей мятой. У собак это позиции здоровые суставы с коллагеном и эластином, свежее дыхание с перечной мятой и имбирем, а также позиции для декоративных птиц и грызунов. Омега Нео Плюс можно применять ежедневно в течение всего года. У собак дозировка составляет от 3 до 15 таблеток в день, у кошек от 3 до 5 таблеток.